В Люберцах открылся центр диагностики и лечения диабета и сосудистой патологии. В клинике не только помогают справиться с последствиями уже перенесенных недугов, но и предупредить развитие хронических болезней. Наша съемочная группа оценила возможности современной медицины. Дмитрий Щербинов выписался из больницы 2 месяца назад. Мужчина в тяжелой форме переболел коронавирусной инфекцией. Поражение легких оставило отпечаток на дальнейшем самочувствии. Для скорейшего восстановления врачи посоветовали ему лечение в барокамере. Уже после первой процедуры Дмитрий почувствовал себя бодрее. Выходишь с нее, ну, как заново родился просто, что совсем по-другому себя ощущаешь. Записался на сеанс. 10 сеансов прошел в барокамере. Вот. Сейчас намного себя лучше чувствую. Вот. У меня раньше была слабость. Баротерапия полезна абсолютно каждому, даже здоровому человеку. Перечень противопоказаний к этой процедуре минимальный, а спектр положительного воздействия на организм максимальный. Насыщение чистым кислородом не только повышает иммунитет, но и предотвращает осложнения при хронических болезнях, таких, например, как сахарный диабет. Почему именно в нашем центре используется данная процедура? Потому что мы влияем на сосудистое периферическое русло, на микроциркуляцию. При диабете есть осложнения, это ангиопатии, нейропатии. Мы отдаляем инвалидизацию данных пациентов. В центре диабета и сосудистой патологии оказывают полный перечень услуг пациентам этих категорий. В клинике можно получить консультацию узких специалистов, пройти комплексное обследование и лечение. Здесь готовы помочь людям, страдающим диабетом разной степени тяжести и проблемами сосудистой системы. Современные методы позволяют предотвратить такие заболевания, а после инфаркта или инсульта пройти курс реабилитации. Самым главным достижением того, что мы смогли сделать, это то, что мы нашли и одновременно барокамеру, которую можно поставить и добиться результата, и гальваническая, гидрогальваническая ванна, 4-полюсная. Для диабета это, пожалуй, может основное. И вот это сочетание барокамера, гидрогальваническая ванна, элементы физиотерапии, элементы, связанные с ударом, с электростимуляцией мышц, и самое главное, большой объем внутривенных капельных введений, позволяет нам достичь неплохих результатов. Медицинский центр открылся 3 месяца назад. За это время его услугами воспользовались 60 человек. Положительную динамику отмечают как люди с диабетом, так и пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и постковидным синдромом. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.